Сегодня у нас 8 сентября. Это вот виноград маркет. Вот так вот он вызрел на 8 сентября. Птицы сильно не клюют. Гребни еще такие вот зелененькие. Вот. Сильно подмерз. Были сильные морозы весной. Поэтому грозди такие вот. Вот. Это были подмерзшие ягоды. Сейчас я сниму видео. Попробую определить кислотность. Так, сейчас я выжму вот это вот виноград, чтобы проверить его кислотность. Стоит из него что-то делать или еще рано. Сахара в нем хватает, я покажу потом. Сахара тут 23-26 брикс. Но лучше сначала отжать сок, потом посмотреть сахар. Так как, когда мы выжимаем сок на капельку, выжимается самый такой сладкий сок на самом деле. А если взять всю ягоду, там он кислее будет. Так, ну что, бросаем. Вот оно все работает. Я кину сразу гроздью. Проверим. Так, вот видите, гроздь не хочет. Все-таки лучше, чтобы были рисочки какие-то. Хотя нет, вот идет. Наверное, если больше их будет гроздей. Ну, все пошло дело. Сейчас я кину все это. Так, теперь смотрим, что там снизу. Все раздавлено. Видишь, система работает. Можно, в общем-то, без нарезки обойтись. Так, сейчас я вот это вот гребни поубираю, отожму сок и проверим кислоту. Ну и сахар тоже гляну. Так, и вот я налил сок. И вот такая вот сахаристость на данный момент в винограде Маркет. Так вот я выдавил его. Сейчас попробую оттитровать, но с титрованием будет небольшая проблема. Дело в том, что раствор уже старый. Вот, смотрите. Старенький раствор, чтобы видно было. Видите, на дне такой осадок появился. То есть раствор уже не так хорош, как раньше. Но для приблизительно оценить кислотность подойдет. Сейчас возьму еще одну кружечку. Продолжим. А вот само титрование сейчас проведем. Набираем 10 миллилитров сока, который мы выжили. Так. Все, 10 миллилитров. Вот. Сейчас будем набирать титровальную жидкость. Как я и говорил, натрий OH. 5,9 грамм на 1 литр. Правда, она старовата уже, но я ж не институт. В принципе, подойдет. Так, тоже набираем 10 миллилитров пока. Начинаем добавлять, пока раствор не нейтрализируется. Это будет видно. Окраска раствора станет такая. Вот когда мы только льем, она чернеет. Вот такой весь раствор станет. Видите, пока уже хуже растворяться начинает. Но это вообще нейтрализацию можно наблюдать, когда мы моем стакан из-под вина. Сразу, когда воду набираем, вот если водопроводную, или когда я беру еще. Еще 10 миллилитров набираем. Вот. Когда мы водопроводную воду наливаем в стакан, чтобы его помыть, раствор становится такой фиолетовый. Вот видите, уже почти фиолетовый. То есть примерно 10 грамм будет на литр. Нет, еще пока рано. Лакмус я не применяю. О, все. Видите, вот резко цвет сразу сменился. Все. Это у нас получилось. Было 10 миллилитров, я использовал еще 1,5 миллилитра, то есть 11,5-11 грамм на литр кислоты будет. Сейчас будем думать, что дальше делать с этим. Делать вино или еще подождать. Так, вот что решили. В общем, считается, что вино хорошее оно будет, если у красного винограда кислотность там 5-7 где-то. Поэтому
Решили подождать еще. Вот, кстати, они чуть-чуть зеленоватые, косточки, вот если присмотреться. Вот, тут видно, вот она чуть-чуть зеленоватость такая еще присутствует. Вот там, где она тоненькая такая. Поэтому, ну, пускай недельку повисит еще. Вот, а там уже проверим, что делать. Я считаю так. Вот. Ну, пока все. Пускай висит.